Обзор польских предприятий. Не секрет, что зарплаты в странах Средней Азии очень невысокие. Чтобы прокормить свои семьи, многие жители Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана ехали на работу за границу. Подавляющее большинство работников ехало в Россию. Сейчас ситуация с работой поменялась. Россия находится под санкциями, цены на нефть невысоки, зарплаты давно не растут, а жизнь дорожает. По этим причинам работа в России становится менее привлекательной. Люди из Средней Азии ищут возможность зарабатывать в других странах. Выходом может быть работа в странах Евросоюза. Не нужно думать, что получить разрешение на работу в ЕС очень уж сложно. Например, Польша с охотой привлекает на работу жителей стран СНГ. Страна стремительно развивается, зарплаты давно обогнали российские. Производства работают и нуждаются в работниках. Что же может предложить Польша для желающих работать в стране? Гостиничный бизнес. Шеф-повар в ресторане в городе Глевице, зарплата 1450 евро, предоставляется жилье. Повар-универсал в ресторан крупного гостиничного комплекса возле города Устишки, зарплата 1160 евро. Увеличение зарплаты после испытательного срока, предоставляется жилье. Работник кухни в международной сети Marriott, зарплата 805 евро, предоставляется жилье. Работник кухни в международной сети отелей Novotel Centrum, зарплата 800 евро, предоставляется жилье. Горничная в отеле города Карпач, зарплата 770 евро в месяц, предоставляется жилье. Промышленность. Рабочий на завод по производству фар Валио в Кракове. Мужчины, женщины, зарплата 1100 евро, 1350 евро. Рабочий на завод компании LG по производству аккумуляторов для электромобилей в городе Вроцлав. Зарплата 1000, 1050 евро. Водитель автокары на завод Volkswagen Motor Polska в городе Польковице в Нижней Силезии. Зарплата 1150 евро. Предоставляется жилье. Судоверфи. Антикоррозийщик на судоверфь в город Краков. Зарплата 800-950 евро. Проживание в общежитии. Сварщик на судоверфь в городе Гданьске. Зарплата 1300-1420 евро. Сварщик методом 135 на судоверфь в городе Кендзежин-Козле. Зарплата 1250-1380 евро. Проживание бесплатное. Если вам интересна тема о работе в странах Евросоюза, ставьте лайки, и мы продолжим рассказывать о возможностях трудоустроиться в Европе. Пишите в комментариях, на какие зарплаты можно рассчитывать в вашей родной стране. Сколько вы или ваши знакомые зарабатывали в России на подобных должностях?